Всем привет! Это Бостон. На тестовый сервер вышел патч 1.5.80. В нем возвращают обновленное снаряжение и перерабатывают скиллы Сана. Его модельку обновлять не стали и, возможно, даже не будут. Начнем сразу с него. Первый скилл превратился в два скилла. Первым скиллом, как и раньше, мы кидаем палку, которая впоследствии превращается в нашего клона. Основных изменений два. Первое изменение. Теперь не обязательно попадать по врагу, чтобы появился клон. Он появится в любом случае. А второе изменение. Атаки наших клонов теперь передают нам меньше здоровья. По ощущениям, уменьшение примерно в полтора раза. Но я думаю, это компенсируется тем, что клон появляется теперь всегда. А вторым скиллом мы кидаем палку и появляемся в том месте, где она приземлится. А в том месте, где мы стояли, остается стоять наш клон. Теперь будет еще сложнее понять, где клон, а где Сан. Плюс это очень хороший скилл, чтобы уходить от врагов или их преследовать. Понятно, что до выхода на основу Сана еще будут сильно корректировать. Но пока точно ясно, что Сан станет более подвижным и более мобильным. Третий скилл Сана теперь будет бить по небольшой площади. Из-за этого станет проще зачищать миньонов и больше урона получится наносить в тимфайтах. Ультимейт у Сана также не изменился, за исключением того, что двойники опять же будут похищать меньше жизни. По итогу, Сан должен стать более подвижным, урон у него должен увеличиться за счет того, что будет урон по площади, а урон по одной цели немного снизится, потому что у него немного ослабили пассивку, которая уменьшает броню. Да и единовременный урон с первого скилла тоже немного уменьшился. Несмотря на это все, мне кажется, Сан стал намного сильнее. Будем следить за этим ревампом, а пока переходим к бесплатным пробным героям с 14 по 21 мая. Франко, Бенедетта, Бэйн, Кусака, Хильда, Сесилиан, Эсмеральда и Фарамис. В этом патче также возвращают новые предметы. Я про них уже рассказывал, но все равно напомню. В игре появятся ботинки для лесников и ботинки для Рома. Вместо лесных предметов и масок соответственно. Покупка этих ботинок, кроме стандартных атрибутов, даст дополнительные эффекты. Эффекты зачарования. Для того, чтобы эти эффекты появились, для поддержки нужно пассивно набрать 500 золота. Тогда появятся дополнительные способности по аналогу масок. В итоге появляются способности типа поощрения, маскировки, благосклонности и острого удара. Поощрение и маскировка нам знакомо. Благосклонность даст дополнительное лечение, когда мы будем лечить союзников или накладывать на них щит. А острый удар даст дополнительный урон по противнику, когда у него хп будет менее 30%. А ботинки для леса будут апгрейдиться за счет убийств героев, ассистов и уничтожения лесных монстров. Когда мы накопим первые 10 стаков, мы получим дополнительный эффект на возмездие, который будет либо замедлять врагов, либо похищать жизнь, либо воровать у них магическую и физическую атаку. А когда мы накопим 20 стаков, мы перестанем получать уменьшенную экспу и голду за миньонов на линии. Так как теперь, если мы берем возмездие, то на линиях будем получать меньше экспы и голды. Этот эффект был перенесен с лесных предметов на возмездие. Кроме этого, добавили новый предмет для бойцов – боевой топор мести, который пассивкой увеличивает физическое проникновение и атаку героя, а на максимальных стаках увеличивает скорость передвижения на 20%. Для магов и стрелков пассивный эффект будет снижен вдвое. Потестил с Роджером, и он на нем работает как на бойце. Прикол стаков на этом предмете в том, что они увеличиваются не от каждого удара, а каждую секунду, пока мы наносим урон. Следующий новый предмет – сияющая броня. И этот предмет против магического урона. И еще один предмет для магов. Двойные теневые клинки, как аналог клинка Семи Морей, только для магов. Также меняют уже существующее снаряжение. Когти Хааса, Клинок Семи Морей, Кровавые Крылья, Зачарованный Талисман, Крылья Королевы.
Штормовой пояс, Господство льда, Злобный рык, Древнюю кирасу и Щит Афины. Большую часть изменений предметов я уже обозревал в одном из предыдущих патчей. Ссылочка будет в верхнем правом углу. Все изменения предметов еще тестируются, и показатели точно не окончательные. Также в этом патче есть изменения на поле боя. Длительность воскрешения героев на базе теперь не будет превышать 90 секунд, сколько бы ни длился матч. Также монтоны планируют менять показатели на поле боя в зависимости от ранга, из-за того, что в начале игры у игроков не прокачаны эмблемы. Для начала планируется ввести изменения на поле боя в турнирах и ранговых матчах на мифике. Также по новым правилам стоимость ботинок при продаже теперь будет равняться нулю. Соответственно, ботинки будет менять достаточно накладно. На этом по патчу все. Переходим к инфоблоку. Концепт нового скина на Кагуру. Концепт нового скина на Харли. Изображение нового скина Бруно. Концепт нового героя. И доработанный концепт еще одного героя. Концепт нового скина на Роджера. По предварительной информации к турниру М3. Рамка аватара – коллаборация со Star Wars. Скин на Матильду, похоже, будет в специальном ивенте. Изображение скинов на Ханаби, Карину и Каю. Кая, по слухам, будет сезонным скином. Изображение скина на Тигрила, который будет скином за первое пополнение в новом сезоне. Концепт скина на Госсена. Изображение по второй фазе проекта Next. Во второй фазе нас, очевидно, ждет новое снаряжение, ревампы Карины, обновленный Альфа, Сан и Минотавр, визуальные изменения Кагуры, Хаебусы и поле боя. Также изменения ожидают и главный экран. В недавних сообщениях от мунтонов появилась информация о возможном ревампе города из-за просьбы игроков улучшить этого героя. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока.